Сегодня рассмотрим двойной джеб, дабл джеб. Он может использоваться как самостоятельное оружие, так и подготовка для какого-то более мощного удара комбинации. Например, та же классика, почтальон. На какие моменты стоит обратить внимание при выполнении дабл джеба? Во-первых, когда мы отрабатываем, делаем двойку по полной амплитуде, то есть рука ушла, полностью вернулась и опять пошла. При отработке, при реализации это будет ошибкой. Также ошибкой будет очень коротенькая амплитуда. Нанесли удар, вернули на середину, нанесли второй. Это уже в реализации. Опять же, в процессе выполнения возможно смена положения кулака. Например, если мы работаем вверх-вниз, то очень удобно будет вертикальный, горизонтальный кулак. Или наоборот, низ-вверх удобен будет переход, соответственно, качество воздействия будет совершенно другое. Какие существуют варианты нанесения двойного джеба? Два в голову. Голова-корпус. Корпус. Голова и очень редкий, но используемый вариант – это два джеба в корпус. Кроме того, если человек держит руки перед собой перекрыты, мы можем воздействовать, например, наносить удар в кулак, либо в предплечье, особенно в беспечаточном варианте, даже в перчатках, если они легенькие. Раз, два, кулак, корпус, предплечье, голова. Таким образом, чуть-чуть, постепенно можно будет надсушить просто противнику руки. Кроме того, когда находясь в позиции, можно совершить следующий вариант. Первым джебом пытаемся разрушить защиту, вторым давим, выдавливаем, чтобы подготовить удар. Бам, надавили. Либо если у противника подвижная рука, то тоже самое. Раз и придавили руку. Ненадолго, это не делается долго. Так что да, потому что нам сразу же и прилетит. Удар, придавили, перешли на следующий вариант удара или комбинацию. Когда противник находится в защитной позиции, здесь мы также можем сбить его руки. Но не амплитудно, как уже отмечалось ранее в других комбинациях. Джеб, раскрыли, пошли. Джеб, 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 джеб. То есть коротким движением мы наносим удар в руку, чтобы чуть-чуть раскрыть, и сразу же вторым действием. Либо, как вариант, опять же, не амплитудно, делаем зацеп. Джеб, 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 джеб. Коротенькое движение, чуть-чуть зацепили, ткнули и дальше. Уже по мере необходимости.